Туда только четвертую карту пускает или пятую тоже? Здорово. Да. Че у вас слоты-то есть? Один есть слот. Или нет, ты еще раз кинь пати, я уже все. А ты мне не кидал пати, че ты пиздец? Не обманываешь. Не было пати. Сначала говорит, пиздишь, потом обманываешь. Плохо. Какая разница? Все понял. Успехов. Царь, что ты кайфуешь, да, по ДМК? Да. Все заебись. А, ну все, 500 голды ДМК. Царь еще по ДМК, да? Не-не, 500 голды, как бы, ну, ребят, то больше аукцион объявляет. А микстурка БДК у нас? Это истерия, походу, блядь. Послушай, давай я вагон полностью в натуре, я уступаю место кому-то нужно было. О, это я. Да, я выйду спать с рейда. Спасибо за рейд. В натуре, шаман. Все, братан, удачи. Ты чё, блин, охренел, что ли? Бля, ну я же раньше плюсовал его. Ладно, хрен с ним, идите. Так и будет. Тут я тут, блядь, сижу. Какой? Елрей, красавчик, мы с ним ходили несколько раз РБК. Молодец. Чё, обучим головам в ДЦ? В смысле? Ты чё, Бокрус опять в ДД спекаешь? Это значит, Ван Холли танчит, этого в ДД спекнем. Истерия, до свидания. Народ, если ювелира в правительском мазе, он правителя какой-нибудь рецепт. Я знаки купляю. Да. Так, стоп, я кого танчу? Зеленого?
побегу. Да я побегу просто. А можно каску по пристам? Пожалуйста, баф. Вопрос, шмот в 500 раз, наверное, лучше моего, без исключения в 3. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв... Вы, пожалуйста, каску. По пристам. Да я, конечно, просто тебе раньше каску. Кулак по ДК, кулак по ДК, можно? Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Ребята, бафните каску на пристав. А у тебя есть тоже каска, я вижу. Да ее ребафуют, какой-то кулак на меня зачем-то повесил. У меня тоже самое, кстати, кулак висит. Кулак на пристав. На микстурку на пол, да? Вы уже, вижу, начали ВК, да? Не кидайте на меня там бобы разные и т.д. т.п. Умоляю, прохильте лучше. Да не шевелись, блядь! На ути, на путь там красный, один кто-нибудь. Беги, 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 беги. Меня тоже разморозь, пожалуйста, волну. Да я просто... Не вижу, вроде никого не надо размораживать. Нет. Или да. Не, не убили, добейте.
Каплю отдал. Микстур кидает зубы. Ой. Эх, турбо, турбо. На зубы уже в прошлый раз был. Че не так? Встал, зашел в данж, тебя никто растить не будет. Это, у Матурма, чё по ДПСу? Ну, блядь, сравнил босс. А то я тебе это там не вижу в рекаунте. Сейчас с Эмилизона. А то он мне там втирал, блин, за ДПС. Ну да, там нас на боль кидают, чем там можно. Да ладно, нормально, все хорошо. Сейчас на госпожу покидаем, на инферналов покидаем. Так, чё, кто танк, кто мобов? Порч. Портал. Так у них хватает рассеивать, понимаешь? Я ж слежу. Thank you.
Стаки. А Шредер, ты спецом это сделал? Подбежал, блядь, под меня лужу разлил, блядь. Он вокруг меня очерчивал полукруг. Да, просто. И, блядь, именно под меня пробежал. ГЦ, чухи. О, утешение. Да не вызывайте пока босса. Пусть разрулит, потом вызовет. Уже вызвали. Там чуть тотем стоит. Ну, заберите. Берите. Ладждан. Запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. По-моему, нет. Ладждан, тотема убери. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! О, 90. На успех, блин. Ну ладно, отдавай кому-нибудь силу. Я все равно в хиле такой редкий гость, на самом деле. Бычий голову выиграл. Ну специально в центр все вышли, да?
Я рад, что мобы бегут. Я в контроле. Танков в хильте отвалюсь, блять, гоните. Ребят, вы понимаете, что в центр не надо бежать? Я танка не доставал. А вы на нубы хотите идти, лол. По контролю вообще ничего не видно. Рыбу, пожалуйста, если есть. Того, что ждет нас в будущем. Сарду! Да.
Еду. Чуть я пролагал вообще жопу. Это уже не я. Вот я обратно притяну. Мозги спал, можно? А он уже постоянно, его кто-то замедляет, он выйти не может, он медленный. Еще меня приморозит.
Моя игра, мои правила. Они ауе не заливают. Только можно мультидотнуть и можешь его. Вихрем не заливаются, заливаются только этим, как его рассекают. Разве вихрь он. Ну, значит, почили. Раньше вихрь вообще им дамаг не наносил. Урезанный был 90%. Ну, это, ну, урезанный вот он сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Это Карасин, линкани, пожалуйста, баф на пушку неистовство ветра. Пожалуйста. Опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Карасин, слышишь меня? Я тут, поднимите, пожалуйста, он сейчас сам навигу. Да, я ходил, по-моему, у нас до Дэшку. Дэшку? Чё, в ДД спекнуться? Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Один вопрос, пожалуйста, можно? Какие сферки ловить? Танк. Все понял. Соответственно, и наоборот.
Все, погнали. Угу. И это, объясни челикам, чтобы они темные сферы сейчас не ловили, кто белые ловит. Приста бафа нету. Грачен, ближе подойди. Прям в печеньку встань. Подойдите, кто бьет босса, подойдите поближе в печеньку. А мы гиру будем давать вообще на этих боссов когда-нибудь? Росен вообще туповат, я не понимаю, я ему пытаюсь что делать, он не понимает. Шредер под печатью. Что смог, то сделал. А сколько вазелин выдал, скажите, пожалуйста. Это, Сомер, у тебя сколько меткости сейчас? Да хуя. А? Да хуя, 21%. Ой, ебёна рот. Вон, смотри, какой неплохой в хэд попал, роль его.
По-моему, тебе намного лучше зайдет, чем твой крит меткость. Ты с него больше крита получаешь. Шаман! Оффхенд! Же этот! Левая рука с духом! Вот ты, это ты за ГП этого это давать будешь или не? Нет, это без ГП. Какой шаман? Сомеру отдавай ему этот оффхенд топ. Но это на самом деле ты говоришь, типа я много с него полутаю, с 57 поинтов духа я полутаю. Ну, очень мало, типа. В смысле, очень мало. Ну да, лучше дальше в этот в меткость. 43 крита ты поимеешь. 57 духа? Да, 43 крита. Ты как считаешь, что я... Ну ты доспех посмотри. Бафа доспеха, дает. Символ. А 55% от показателя духа? 55% с... Плюс символ на 20. А, там же еще символ, блядь, точно. 55... Сложно, да? Короче, да? Это математика, вот это азбука, да, не да, знаю, да, я да, географии не соображаю. Братан, братан, ходи с оффхендом с меткостью, это прям... Да, да, вот, я мажу. И я набирай мажу. Больше, набирай больше. Да, конечно, я тоже так думаю. Там, интересно, вот, что вот, такое в рекаунте да. Хит? Что хит? Попадание. Без крита. Просто без крита попадание. Мы не идем на последний угол. Ребята, вы что думали, я рофлю, когда портал стоял вдал? Каждого 50 голды, ребят. Заходим, не стесняемся. Голду принимаю на почту. Я пристам с 21 меткой... Ой, признаю, это магом с 21% меткости. Ну, царь, вот, ну что, я виноват, что ли, что у меня боешек много? Я же не виноват в этом. Я и так стараюсь все менять. Я тебе говорю, меняй, ты такой, ну сколько я с него? Так я не знал, что такой большой процент, типа, получится. Ты спрашивай, не стесняйся, подскажем, чем. Если я тебе говорю, что он тяпнет, значит, я просто тебя... забыл про символ вообще. Царь, прошу тебя, купи что? Мне ТБЛ гер в шопе. Это знаешь, как очень сильно апнет мой ДПС? Да? Максимально, конечно. Я подумаю над твоим предложением. Ты обязательно, только думай недолго. Давай, не, царь, я подумаю, я... правда. Нет, царь, желательно не подарком отослать, а вот чтобы с моего ака, понял? Чтобы, типа, ну, у меня випка пошла. Нет, это ну, чтобы вообще правильно, красиво ну, было. Четвертую профу получу. Да. Чан вкачаю. Еще и 50 осколков да. За... И кредитку привяжи и не отвязывай. Ну да, в принципе, можно и так. Я, может, потом и голову прикуплю.